Эпичная заставка. Снова нас встречает. Посмотрим, что сегодня нам автор преподнес. SCP, конец цивилизации. Ну, самое лучшее 27 августа 19 года в зоне 32. Кто посмел забрать мой ценный черничный кекс? Это непростительно! Я выслежу того, кто это сделал! Чего ты орёшь? Я работать пытаюсь! Да это ты! Ты забрал его! А? Что забрал? Не смей играть с жертвой сейчас! Я знаю, что это ты забрал! Я клянусь, что не делал этого! Я даже не знаю, о чем ты говоришь! Так что да, именно так я и сдружился с Бобом, пока ты его не убил. Интересная история, да? Я тебя ненавижу. Признай, что ты сделал это! Да поверь, что ты это мне за звук? Раз, зараза, я ничего не делал. Эй, вы двое, почему маффином? Опять собачитесь на рабочем ложь, месте? Ложь, я не хочу это слышать! Я расскажу об этом совету опять! Логан, помоги мне с этой одуревшей женщиной! А, Логан! Он здесь! Это мой шанс! Логан, он мой кексик забрал! И что? Возьми еще один в столовой. Но они с черникой делают раз в 3 месяца. Это очень редкий кексик, он мой любимый. И этот задрот его просто так забрал. Ай, ладно, я свой еще не съел, поэтому сейчас пойду в столовую принесу. Что, правда? Спасибо большое. Ты мою жизнь спас. Как мило. Они даже не знают, что я та самая, которая съела этот кекс. Скоро у меня будет еще один. И что, типа твоя жизнь зависит от единственного кекса? Да. Что за шум? О да, это будет весело. Скоро вернусь. Эй, это же опасно, останься. Нет, зайди обратно, мы должны прятаться внутри. Давай, Алан. Алана? А откуда он вылез? Вентиляция? Мужик, оставь ее в покое, она ничего не делала. Только после того, как вы ответите на мои вопросы. Где Джек Брайт? Я вообще не знаю. Я бы сказал, если знал. Ха, да ты врешь, я это по лицу вижу. Давай посмотрим, что эта чика сделает. Скажет правду или солжет. Давай, просто скажи, где он. Или я пристрелю сразу обоих вас. Просто скажи это, Алана. Я считаю до 3. 1, 2. Время не остановится само по себе, знаешь? 3. Я... Боюсь, я не могу сказать вам этого. Ты тупая девка. Ты труп. Фух. Хорошо, что успел вовремя. О, хвала небесам. Как ты узнал, что нам каюк? Пока этот парень держал меня в заложниках, я тихонько написал Люкасу через телефон в моем кармане. Помоги, вторжение у моего офиса. Да, все так. Ладно, давай, пойдем, спрячемся в офисе. Погоди, а как же Логан? Люкас, можешь найти доктора Логана и доктора Брайта? Они должны быть где-то поблизости. Хорошо. Как он может быть таким позитивным в такой ситуации?
Путь чист, проходите. Вы все можете идти. Работать с вами одно удовольствие. Это определенно повстанцы хаоса. У них очень узнаваемая экипировка. Но что за парни в плащах были с ними? Что? Они уже пропали? Ну, в таком случае... Это... Дымовая шашка! Эй, что происходит, а? Все эти парни как занос в заднице. А теперь куда же пошли остальные? Блин, я не знаю, куда они пошли. Кто строил это место как дурацкий лабиринт? Чёртовы засранцы! У меня закончились патроны. Какова ситуация у зоны входа? Вообще нехорошо. На лодках приплывают еще. К счастью, второй и третий отряд уже прибыли. Как у вас, сэр? Сэр? Эй, дружище, тебе не понравится, если ты подойдешь ближе. Я плохо вижу, но слышу, что кто-то идет ко мне. Предупреждаю, остановись, или я выстрелю. Мы снова встретились, Маршал. Это ты? Да, это я, Иван Дьявол. Каким-то образом ты забыл мое имя. Да как я мог? Это ты лишил меня зрения на левый глаз 3 года назад. Ну и что ты делаешь на этот раз? Зачем ты пришел? Мы помогаем одному культу, и если честно, мы даже не знаем, что они собираются делать. Однако деньги решили этот вопрос. Культ? Как хотя бы называется? Сам как-нибудь узнаешь, я не для этого пришел. А еще у тебя закончились патроны. Но после убийства твоих, да. Я могу прикончить тебя прямо сейчас с этого автомата Калашникова 47-го, если бы хотел. Но я не подонок, так что... Поэтому давай продолжим нашу игру. Да без базара. Слишком медленно. Ты стал слабее после потери глаза. Представляю, как ты ослабеешь, когда я заберу и второе. Ублюдок! Он хочет цапнуть мой второй глаз. Я не могу дальше уворачиваться. Давай второй раунд, в рукопашную. Слишком быстро. Ребра сломались от обычного удара по жилету. И даже шлем треснул. Он вообще человек?
подгадать нужный момент. Сейчас! Вот и все. Я должен выиграть, несмотря ни на что. Выкуси! Фиг тебе! Что? Что ты делаешь? Ты пытаешься защититься от пули книжкой? О, да ты, видимо, захотел рассмешить меня, когда сам находишься на краю смерти. Дай хотя бы глянуть, что тут написано, ты все равно не уйдешь. А, это просто глупая энциклопедия болезней. А теперь приготовься... Почему я... Должна быть очень сильная головная боль, так? Что ты сделал? SCP-1025. Энциклопедия болезней. У наблюдателей начинают проявляться симптомы болезни, о которой они прочли. Это способность данной книжки. Ты только что прочитал страницу об опухоли головного мозга. От этого ты умрешь в любую секунду. Предполагаю, что для тебя это достаточно понятно. То бишь, я умру так? Тебе все равно, Каюк! Я прикончу тебя до того, как умру сам! Увидимся в аду! Я не могу нажать на курок! Я не чувствую рук и ног! Я плохо вижу! Нет! Туда ты отправишься в одиночку! Прекрасной идеей была взять эту книгу. Все это получилось благодаря повстанцам, которые отключили камеры наблюдения. Я знал, что он придет. Я ему не ровня. Лучше положу ее обратно, пока никто не заметил пропажи. Зона была очищена от угрозы повстанцев хаоса. Некоторые объекты были украдены с данной зоны. Такие как SCP-2662, SCP-105-B, SCP-999, SCP-191 и кусок ткани SCP-682. Как они были украдены, до сих пор неизвестно. Доктора Джека Брайта тоже нигде не видно. Возможно, его тоже похитили повстанцы хаоса. Теперь персонал может безопасно выйти из своих офисов. Дополнительная информация будет объявлена позже. Нет, но это точно не повстанцы в этот раз. Это уже другая группа. Повстанцы хаоса только помогли культистам проникнуть внутрь и украсть аномалии. Кем они могут быть? Я должен проинформировать Совет О5 об этом. Продолжение следует. Конечно, продолжение следует. Вкусненько. Ты только что съел и бумагу? Лайкайте и субскрибайтесь, если вам понравилась анимация Дона Гендонза. Спасибо за просмотр.